Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Камио, ты там живой? Владык Чирик... Но вы уж точно смутите ее изрядно. Слушай, Аси, это уже перебор. Ты думаешь, что говоришь? А леди Камазуки? По нраву это или нет, но она нас каждый день выручает. Небольшая лесть, и вы скольких проблем в будущем избежите. Ну чё, может мне тебе комплиментик сделать? Сдохнуть хочешь? Ладно, проехали. Но я не понимаю, почему Орба так одержим небесами? Этого я не знаю. Но учитывая, сколько он знает и что он за фрукт, вряд ли он станет тихонечко сидеть в японской тюрьме. Если он снова начнет буйствовать, не купить мне GameStage Portable Mancap Edition. Это уж точно. Он безнадежный придурок. Во всех отношениях. Эй, я вас слышу. Чирик! Он вырос? Чик-чирик. Птичка! Я победил, Чик-чирик. Если из-за тебя Лас Рамос поранится, я тебя сварю, потушу, зажарю, а потом вместе с карри подам. Чик-чирик! Да, это милая малышка, священный меч. А девица — герой. Эй, чего сразу взял и все выложил? Святой Чирик и Чикса — герой? Карри с птицей. Сатанчик! Какой я тебе сатанчик?